Приветствую всех на канале Мир Приколов Геймс. На связи Александр Приколист, и мы продолжаем выживать в игрушки Don't Starve Together. Играем в одиночку за Вебера с подборкой интересных модов. Кстати, Grimworld опять обновился, правда, разработчик пока не написал, что там произошло. Блин, лето наступило, я пока тут что-то пытался разобрать. Так, вот это возьмем с собой. Вспомнил, что я хотел взять. Так, давайте, ладно, подарок откроем. О, прикольно. Прикольный скинчик. Положить. Так, посмотреть хотел, как он делается. Я могу его сделать или нет? Человек, оркестр, 2 золота, 4. Все есть. Так. Так, давайте немножко топлива с собой все равно возьмем. Да, сундук там поставлю. Короче, я сейчас в пещеры буду убегать. Два золота, по-моему, нету, да? О, есть золото, отлично. Человек, оркестр нужно сделать будет. Текс. Куда ты его дел? Вот он. Отлично. Так, я умею делать костер, этот не умею. Ага, пошла музыка, как бы что-нибудь тут не загорелось бы. Так, что у нас тут? Кофе. Делаем кофе. Так. Оно нам пригодится. Будем обыскивать пещеры. Так, черта. Так. Нужно еще рассчитать, чтобы ровно хватило все это дело. Так. И тут вот так вот сделать. Раз. 5 штук у нас, или 6 получится. О, 6 штучек получится, отлично. Ну так, не первой свежести, но довольно-таки неплохо. Кстати, свиток, я не знаю, может и посмотрим на него. Пока нет смысла. И, кстати, по-моему, это не считается за магию, поэтому фиг его знает. Так, это возьму с собой. Кстати, топливо уж я бы еще немножко взял бы. Потому что неизвестно, мы добудем его там или нет. Так. Зонтик уберем. Что еще мне нужно? Что это нужно? Я там поставлю с зайцами вместе. И мне нужно что-нибудь, чтобы понизить рассудок. Так. Мне по-хорошему еще, чтобы и повысить. И продукты. Какие у нас тут остались? Да ничего, все сгнило у меня тут нафиг. Все сгнило, будем добывать там. Я надеюсь, я ничего не забыл. Так. Все, погнали. Сейчас, кстати, как раз добудем мясо и прочее. Веточки есть. А, казан. Давайте сразу посмотрим казан. Да, писали в комментариях мне. Посмотри казан переносной. Кстати, может, сразу сейчас его посмотрим и сделаем. Есть такой тут. Ехай, нифига себе. Не, ребята, я пока не могу это сделать. А это что такое? А, это тоже казан, только в нем магические всякие штучки готовить нужно будет. Это к моду на босса Максвелла относится. Это все будем смотреть, ну, как-то позже, сейчас пока, ну, никак это. Сейчас катастрофа будет, сейчас у нас... Я, по-моему, не туда бегу, да? Я пробежал мимо. Вот сюда вот. Так, заходим. Так, я на месте. А первым делом нам нужно собрать фонарики. Фонарики есть или я все собрал? Не, нормально, выросли уже. Так. Так, где ты тут? Так, сейчас попробуем натравить друг на друга зайцев. Если я не ошибаюсь, то с помощью человека-оркестра мы можем приручить зайцев и свиней. И они нас не трогают, и, в принципе, наша команда выполняет. То есть, там, нападают друг на друга и так далее. Я надеюсь, что я не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, то мы сейчас просто сдохнем. Просто тут, да и все.
Так, где базу будем делать? Где-то тут вот я кроликов вынес. Во, тут неплохое местечко такое. Давайте вначале сундучок поставим. Кто-то там уже ползает. Уберем золото. Уберем вот это. Уберем вот это. Это мне с собой нужно. Это... Так. Это можно сюда убрать. В принципе, этого места нам пока хватит, да? Наверное. Шлем на всякий случай оставлю. Чтобы мне еще бы убрать бы пока. Ну, давай уберем, ладно. Черт подери, боюсь. О, вот это возьмем, если вдруг нам придется убегать. Нет, не трогает, смотрите. Только уже день. Уйди от меня, скотина такая. Уйди от меня. Давайте мы вот так грохнем сейчас. Он явно нападает этот, да? Нет? Нет. То есть они приручаются. Танкуем, танкуем. Есть, отлично. Вот мы себе немножко покушать. Хочу здесь пауков рядом с зайцами поставить. Но опять же, их слишком много. Можно вот это вот... или вот, вот этих несколько оставить. Остальное все повыносить здесь нафиг. Так, ну мы хотим кушать, кушать, кушать. Я же только что морковку подобрал. Или я ее уже сразу и сожрал? Ребят, я... А, сундук? Зачем я в сундук положил? Так, тут нам нужно поджигать все это дело. Аккуратненько. Где можно что-нибудь поджечь? Аккуратно, чтобы все нафиг не спалить. Так, вон там грибы. Тут я сейчас вместе с травой все поджигаю. Пойдемте туда. Наверх нужно вначале себе приготовить пожрать. Я ничего не приготовил, блин. Из чего готовить-то мы наберем? Птицу хотел еще схватить сюда с клеткой, но на клетку нет у меня. Клетки, клетки, клетки. Так. И тут у нас деревца осталось. Так. Ну и чучело нам нужно будет сделать. Чтобы сделать чучело, нам нужно опять же дерево добыть. А ладно, гори. Так, это пока убираем. А рассудок себе пытаемся восстановить пока. Так, вон еще дерево. Так. У меня кремния мало, нужно будет собирать понемножку. Так. Там горит, там горит. Ну, вот сюда вот можно еще поджечь грибы немножко. С них тоже выпадает. По чуть-чуть. Главное тут не спалить все. Так. Так. Давайте сожрем это. Пепел... Я не знаю, возьму, но, скорее всего, он мне не пригодится. Ну, может быть, и пригодится, там лечилку сделать нужно будет. Так. А я не понял, а где уголь-то? Вот он. Нет. Он еще и не за всех, не везде выпадает. Так, давайте пока потушим. Так, трость. Где-то здесь у нас был, да? Поджигали. Я надеюсь, еще 4 у меня выпадет. Так, пепел. На один казан. Наберем мы? Нет. Какого черта? Одного угля не хватает, да? Там же дерево, по-моему, сгорело. А, не. Смотри-ка, я одно дерево пропустил. Я, наверное, стравлю их, а потом уже рассудок понижу. Блин, ну давай, пожалуйста. Быстрей гори. Так, все сгорело, наконец-то. Так, наверняка, да, 2 угля, блин, дали. Так, пошли сюда. Камни есть, отлично. А, это крот, блин, я напугался.
Так. А где ты, кстати, крот? Так, где у меня тут? Вот сюда. То ли уполз, то ли где он? Вот он. На! Быстрее ползи, я сейчас сдохну. Отлично. Пофиг, будем так есть. А вон зайцы. Так. Ставим казан. Так, это не надо. Это не надо. Это пока тоже не надо. На кувалду, я надеюсь, у меня все есть. Да, на кувалду у меня все есть. Так. Успею, нет? Успею. Не понял. Не понял. У меня же нету мяса. Я не понял, что за фигня. Я же играю вам. Какого лешего? Я понимаю, что да, у меня рассудок из-за этого падает, из-за человека-оркестра. Только почему они на меня нападают? Они должны меня слушаться, как тот. Слушаются, слушаются, смотри-ка. Не, слушаются, все нормально. Только почему не все слушались? Ай. Так. Ай-яй-яй, черт подери. Че так много вас всего тут у вас? Так, подождите. Какого мяса? Где мясо ты нашел? Где ты нашел мясо, тупое создание? Так, куда бы мне убежать сейчас, а? Куда бы убежать, куда бы убежать, куда бы убежать? Я ничего не вижу еще, блин. Черт подери, а. Ночь закончилась, нет? Я знаю, да, что я с ума сошел из-за того, что... Уйдите от меня, чертовы кролики. Вау, они все за мной еще бегают. Убегаем, 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 убегаем. Где-то они кого-то тут убивали, а где? Блин, я заблудился, я на карту хочу посмотреть, я не могу... Так. Я, походу, светильник там оставил. Куда я забежал? Вот, тут фонарики есть. Должны быть. Вот, отлично. Так. Шлем. Что-то как-то то работает, то не работает. Я пока не понимаю. Они вообще должны все были нормально на меня реагировать. Типа, что я не монстр, все нормально из-за меня. То есть они вот некоторые за мной бегали нормально, а другие нет. Так. Я поэтому не понял, что за фигня происходит. Так. Есть опять хочу. Одного вроде я убил. Ну, наверное, с пауками будет проще сейчас все это сделать. Где тут? Я думал, тут это есть. Так, что это я заблудился? Мне наверх просто и вбок. Я там где-то заблудился просто в этой штуке. А вот они. Вау! Не-не-не-не-не-не-не. Они за мной бежали и уснули, потому что день был. Мне наверх. С какой стороны вы бежите? Они тут везде, по-моему. Так, убегаем, убегаем. Вот сюда вот куда-то мне. Куда-то вот сюда, вот, вот сюда. Вот сюда, 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 сюда. Где тут? Вот сюда вот. Так, значит так, да? Значит так. Вы меня собрались убить, да? Сейчас я вам убью, блин. Где мой рюкзак? Так.
Я вам сейчас поубиваю, блин. Так. Давайте прямо здесь будем тогда делать себе. Если так не получается. Так. 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 Ну, сейчас быстренько увеличу все эти коконы. По 5. Хотя бы сколько смогу. Сажать вам можно морковку, если что. Так, нужно еще одну морковку скушать. И поехали ломать домики. Вот он пошел. Так, вот он пошел. Все, сейчас на него нападут, заметят его. Конечно, мяса никакого там не осталось. Но зато есть морковки. Так. Следующий пошел. Так, тут дома никого нету. Кстати, наверное, есть смысл вот эти вначале ломать. А тут никого нету, потому что зайцы все вышли. За мной бегали. Так. Давайте потихонечку. Да, не все зайцы там за мной бегали. Так, есть хотим. Ну, если что, мы морковки сожрем просто. Так. А вот и зайцы. Сейчас начнется замес. Выношу просто как получится. Сколько получится вынести, столько и вынесу. А там уже что-то соберем потом. Так, так. Нормально, но морковок мы набрали, по крайней мере. И досок. Так, так. Так, так. Отлично, что там у вас происходит? Так. Кушаем, кушаем. Борду добыли мне? Нет? Уродцы. А чё нету нифига бороды? Так, вон там он, мясо монстра лежит, значит борода должна быть. Шлем. Так. Почему борода не вылетает из них, ё-моё? Мясо монстра это... Вот этих выпадало. Так, так. Что-то я уже нахватал, по-моему, лишнего. Я, по-моему, с ума схожу. Так, убери сюда. Убери сюда. Убери сюда. Я даже не знаю, что тут пожрать сделать. Так. Это сюда. Морковки. А, вот же можно было сделать что-нибудь пожрать. Зря я так. Хотя бы тефтельки сделал. Давай, вот так вот. Давай, закидывай. Закидывай, закидывай, закидывай. Ну, а я тут больше ничего и не... особо и не сделаю. Только, наверное, это как... Тефтелек наделаю только, и все. Да, топливо уж я где-то поднял. Так. Доски пока убираем. Так, давай это съедаем. Сейчас опять будем выносить зайцев, только я не понял, у меня же рассудок понижен, а какого черта не до конца, что ли? Они черные зайцы, но выпадают из них не то, что нужно. Так. Тут два всего осталось, вон там наверху домики. Или зайцы не вернулись, я не понял. Сошел я с ума нормально так довольно-таки. Хвостики едят, во. Уходим, 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 уходим.
За мной бегут, отлично. Так, шлем мой. О, пошел замес, отлично. Сейчас соберем мясо немножко, соберем. Мясо там, конечно, фиг соберешь ты. Хотя, может, и соберем даже что-то. Они просто сжирают, и борода из этих не выпадает. Морковку только успеваю собрать. И опять бороды нету. Что ж такое-то? Пошли дальше. Так, а вон мясо лежит, отлично. Это от, уже от паучков. Так, так, так. Ломаем дальше домики. Так, хозяина нету. Блин, да где ж борода-то вся? Мне не нужно тут, чтобы дофига было зайцев. Мне хватит одного-двух. А вот человек-оркестр, блин, я бы стравил бы их, да и все. Как-то не получилось у меня. Так, 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 так. Так, так. Специально шапочку не одеваю. Мне нужно, чтобы именно зайцы бороду дали мне. Так, тут тоже никого опять. На коняк домики зайцев мы всегда можем еще поставить, да? Я даже, по-моему, изучал их. Да, я даже изучал. Так, может, красный камушек повезет, упадет. Рубин. Упал, провалился. Так, синий, золото возьмем. Опять синий провалился. Золото провалилось. Ничего нету. Так, сколько тут у нас? Вот этих выносим, вот этого выносим. Да и тех, наверное. Хотя 4 можно оставить. Пауков много. Но явно их не всех убили. Они там остались. Нужно будет сбегать и забрать их. Так, и спальник я не изучал, походу. Да, мне бы поспать, по идее, наверное. Да, вот этих оставим давайте пока. Так. Красный... Рубин, рубин лежит, отлично. Отлично, рубин лежит. Это можно будет сделать сейчас себе. Можно будет сделать амулет наконец-то. Так, это мне не надо. Так, 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 так. Давайте сделаем еще один сундучок. Так. Ну, я так чувствую, вся серия у нас будет вот именно подготовительная, а потом уже только пойдем куда-то что-то обыскивать. Так. Морковок очень много. Ой-ой-ой, что ты делаешь? Так. Можно даже никаких тефтелек не делать, можно тупо морковки делать. Морковок очень много. Так. Золото было, топливо ужаса было. По-моему, мне не хватает. А хватает? Хватает, нет? Золота мне не хватает. Давай, раз. Так, так, так. А хотя, может, буду просто морковки есть. Так, по-моему, за мной пришли, да? Так. Так. Борду не могу выбить. Мне бы еще борду выбить, и было бы вообще супер. Полечизом полечимся, да и все. И будет у нас мясное чучело здесь. Так. Бита гнилая уже. Урон наносит очень маленький. Так. Я полностью с ума сошел. Должны же кролики сейчас выходить. Это. Такие темные. Так. А, я уже поднялся ей рассудок, да, обратно. Это не есть гуд. Так. Это потом съедим. Мне не нужно. Я и понизить сейчас. Не знаю, как понижать опять. Не, стой, это давай с собой будем носить. Вот это убираем. Так, дальше. Хвосты где-то здесь были.
Что еще? Это убираем. Долбаные кролики, что-то с ними не так. Вот они, вот они. Какого? Он черный, но сейчас опять выпадет из него не то, что нужно. Он мясо выпало. Но они сожрали его. Я все выложил, не могу поэтому сделать. У меня такое впечатление, что я где-то там их оставил. Вот куда я забегал? Я куда-то сюда в тупик как будто забежал и... Так, давайте выпьем кофе. Это как раз нам немножко рассудок понизит. Во! Отлично, вот он. Есть два кусочка бороды. Убивали, убивали тогда они. Я замес устраивал с ними. То есть получилось через этот... Так, что тут у нас? Тут неизвестная территория. Там, кстати, где-то выход еще один. Куда-то. Так. Что-то тут с лампочками туго везде. И давайте проверим, зайцы вниз уходили. Возможно, они там как раз и зависли. Кстати, вот из этого золота можно выбить. Слышу, заяц скачет где-то здесь. Вот они. Вот они, отлично. Давай, 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 нападайте на них. Убивайте. Так, опять не то. А, по-моему, на меня нападают. А, где бита? Так, где ты? Он пришел за мной. Ай-яй-яй, не того! Так. Черт, вот неудобно, когда с пауками, с тенями драться. Потому что я могу... Паучка ударить. Куда-то темный заяц убежал. В сторону моей базы. В сторону лагеря. Сейчас опять рассудок подниму. Так. Опять рассудок себе поднял. Черт. Так, лампочка. День начался. Так, это забираем. Где-то здесь он бегал. Где-то он бегал здесь. Так, шлем мне уже не поможет. По-любому где-то здесь вы, долбанные создания. Так. Я не знаю пока. Тефтельки делаю тупо. Больше я не знаю, что делать из этого всего. Так, кофе пока работает, пойдемте сбегаем. Где-то здесь они еще. Там их много было, за мной пробежало всего пару штук. Свет, 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 где ты? Вот он. Золото давайте хотя бы попробуем выдолбить. По-моему, выпадает иногда из этих. Или не из этих, либо я путаю. Наверное, нужно другие, да, другие нужно. Как они? Такие. Какие-то, не такие, которые... А зайцев тут еще полно осталось. Вот он, например, лежит. Пойдем сюда, сейчас его загрызут. Я сошел прям, по-моему, совсем с ума. Должен нормально, должна борода выпасть. Мне нужна борода. Ой. Нету бороды опять. Есть мясо. Так, а почему у меня... Опа, опа, опа-на, опа-на, опа-на.
Куда бы скинуть? Куда-то сюда? Куда-то сюда скинем, потом заберем. Можно будет все это дело переносить и сделать загончик для зайцев, чтобы они не убегали или что-то в этом роде. Так, опять, блин, эти долбаные. Ну, охотимся на темных зайцев пока. Ничего не поделаешь, нужно сделать себе возможность возрождаться. Из этих, по-моему, ломаешь тоже просто обычные камни. И все. А че это вы? Ребята, вы чего? Так. Тефтельку забираем. Можно вот так вот еще делать. Так вот. И, к примеру, морковки. Так. Слушай, вы задолбали, а? Это немножко греет и здоровье прибавляет. По-моему, чили называется. Я сейчас опять же рассудок подправлю себе. Мне он нафиг не надо, чтобы поднимался. Я хочу выбить зайцев. Черт подери. Мне еще нужно два кусочка бороды. Наверняка где-то-то здесь валяются они рядом. Но я не могу найти, где я. Свет же у меня есть. Есть, только мало опять света. Нужно аккуратнее, их тут много. Вот, кричит, мясо. На. Они все тут застряли. Нужно больше, что ли, их вывести. Че позже-то, иди сюда. Мне некогда с тобой тут это ковыряться. Во, пошел. Давай, падай, рассудок. Падай, рассудок, падай, рассудок. Около него падает. Опять это как. Не то. Так, нужно заправиться. Сейчас уже эти зайцы повылазят опять. Так. Это можно выкидывать, это уже бестолково. Да, рассудок можно вообще вот тут так побегать в темноте тут. Ну, как-то странно это очень работает. В... Просто в Don't Starve там сразу ясно. Темные, темные. Но, правда, они сразу нападают на тебя. Светлые, светлые. А тут нифига непонятно, какие они. Не буду я сейчас этих пока бить. Трость где у меня? Пойдем попробуем зайцев побольше выцепить. Они тут просто застряли все. Или все, уже всех перемесил. Да вот они сидят, вот они. Остальные, просыпайтесь. А то будете мне тут сюрпризы потом устраивать. А чё два-то только? Там же три было. Вот рассудок упал. Чего позже? Три, да, все три идут. Отлично, я надеюсь, хоть из одного из вас выпадет борода. Ай! Фу, хорошо, что пробежал, отлично. А, во, там уже замес пошел. Давайте бороду, пожалуйста, и будет все окей. Я с ума сошел полностью. Есть борода. Ай! Это как... Или нет бороды? Как, была же, я видел... А, монстр мяса, наверное, выпадало из... Монстр мяса выпало из... пауков. Какого лешего-то, а? Ай, да блин, я... Как я так завис-то? Вроде нажал двигаться. Давай, пожалуйста, вылети, борода. Вылети, борода. Нападай на меня. Только не убей. Опа. Аккуратно. Аккуратнее. Главное, тут еще не застрять бы где-нибудь. Вот. Убейте его. Да убейте вы его.
Отлично. Убейте, я совсем с ума сошел. Не того. Я надеюсь, не ударил. Ударил. Ударил случайно паучка. Что за звук такой был? А, заморозил кого-то там. Опа, 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 опа. Так, подожди, ничего не вижу. Землетрясение сейчас может опять скинут нам что-нибудь хорошее. По-моему, на этого упало что-то. О, золото, отлично. Я теперь могу сделать себе амулет. Зачем два фонаря? Потому что так лучше видно. Вот, смотрите. Оп. Больше обзор. А я тут нифига не вижу. А звук был странный. Это кто-то с заморозкой был этот. Так, еще золото. Они же где-то его явно сожрали тут. Я не вижу где только. Так, отлично, светло. Берем броню. Вот же, вот, вот. Ну дайте мне. Опять хвостик выпал. А, да какого черта? Хвостик с морковками. Специально рассудок себе не подправляю, потому что... Ну, блин, сейчас опять так же получится, такая же фигня. Хотя вот крюк меня сейчас задолбает тут. Вот это можно съесть, кстати. О, два крюка, это уже плохо. Два крюка, два крюка. Я могу сделать только... Вот это. Только копье. Так. Так. А, золото вон еще валяется. Эй, вы что делаете? Так. Так, отлично. Даже не знаю, зайцев столько перебили, и одна морковка. Так. Ну, от этих нужно избавляться, они мне не дадут сейчас спокойно бегать. Так, один ушел. Только куда топливо улетел, я пока не понимаю. Так, так. Ой. Давай быстрее. И зайцы там явно еще живые есть. Так, так. Так, из этого делаем себе семечку. Воткнем ее где-нибудь здесь. Так, амулет делай. О, топливо уж нормально так уже добыли. Так, куда-то сюда, по-моему, да? Давай еще делаем. Пока вареники. А, можно было бы сделать вот еще. Так, 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 морковок уже. Как грязи этих морковок. Куда их столько? Можно ничего не готовить, можно жрать морковки. Так. Золото, ладно. Пускай будет. Зачем съел? А хотя надо было, да. И мне еще нужно чили сделать. Полечиться. Так. Ну вот зайцы меня напрягают очень сильно. Блин, придется так бегать. Жалко, потрачу сейчас все кофе на то, что бегаю здесь. Но оно портится просто у меня. Поэтому смысла все равно не будет. Иди сюда. Мясо. Мясо, мясо, мясо. А, танкуем, не убьет он меня все равно. Но опять же, морковки и хвостики. Блин. Какого лешего? Я не знаю, что за фигня происходит с этими. Морковок немерено, вот. Опять, где их столько набрал только что морковок-то? Или я забыл положить? Тут еще по-любому остались. Их было очень много, они все сбежали сюда. Я домики поломал, они тут где-то
тусовались все. Зайцы! Зайцы! Нет, почти до сюда меня догнали. Давайте, ладно, посмотрим заодно пока. Вот из этих, честно говоря, по-моему, золото выпадает. И камни, оба. Камни драгоценные. Вот из этих вот. Да и все выпадает, и кремень. Так. Тут случайно этой нету, жабы. Давайте пробежимся, все равно они там никак не возродятся. Им нужно время еще возродиться. Во-во-во, тут... Кстати, тут, возможно, выход к руинам. А че у меня со здоровьем так фигово? Так. Так, где у меня светильник был? Так, отлично. Еще деревня. Да, еще деревня. А вот тут жаба. Ну, либо место ее появления, либо она тут на самом деле есть. Наверное. Вон там он. Ну, да, это после того, как ее убьешь, она может тут возродиться, но ее тут нет. Блин, жалко, вот прохода прям напрямую нет. Можно было бы тут рыбачить прям. Так, ладно. А, не-не-не-не-не, а, нормально все. Давайте долбаним. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Вот опять типа темные, на самом деле нифига не темные. О, косточку нашел. Одну. Нужно 6 штук, у меня их будет. А тут выход? Нет. Вот золото выпадает. Так, ну пойдемте еще разочек попробуем, я не знаю. Рассудок это меня убьет сейчас, нет? Нет, не особо убивает, и по-моему оно уже не работает, испортилось. Так, что-то... Громко я не слышу нифига эти, как... Тут тоже волны пробегают, но волны будут пробегать именно подземных этих, как они, червей. Руины черви, или как они там. По-моему, не будут прибегать разные орды. Хотя, черт его знает. Так, где ты тут? Вот он, вот он, вот он, вот он. Ребята, ну я ж с ума сошел. Ну дайте мне нормальную черную бороду. Еще пару кусочков мне. Опять плохо видно. Вот кролики возродились. Так, это мясо из паука. Так. Все, кофе, действие закончилось. Из этого тоже морковка выпала. С мясом. Из этого тоже морковка выпала. Так, из себя что там выпало? Тоже морковка. Вон там где-то кто-то бегает. Вот он бегает. Слушай, ну почему из вас не выпадают эти? Борода очень плохо выпадает, редко выпадает почему-то. Ай-яй-яй-яй-яй, ты что делаешь? Черт, а у меня амулет есть. А я смогу сейчас так как-то это как... У него баф был какой-то на... Да уйди ты, крот, бляха-муха! У меня амулет... А у меня амулет где был? Вон он, амулет. Вот он, амулет. Черт, из него опять выпал этот как... Оглушал. Видели, он мне ногу сломал, сволочь. Ну, типа там какой-то урон мне нанес дополнительный. Так, и крот у меня спер, по-моему, золото. Вот этот крот вроде бы. Нет, он меня спер. Он меня все спер, сволочь. Он меня все камни спер. Гадюныш такой, а? Слушайте, все равно придется...
Опять мне пытаться с этими зайцами что-то сделать. Ну никак вот я не могу это как именно темную бороду выбить. Рассуду, кстати, можно понизить вот опять же этим. Так. Чёрт-то. Что-то лечит, но что-то как-то не особо что-то лечит. Вроде лучше должно лечить. Камень. А на молот нужно... Сколько камней? 4, по-моему. Так. Кирка у меня сломалась. У меня все потыбрил, сволочь. Крот этот долбанный. Так. Блин, крот сожрал все у меня. Блин! И заяц оказался с бафом. Большой урон наносил. Блин! Была возможность возродиться, теперь у меня ее больше нету. Нужно, как ни крути, нужно пугало, нужно из зайца выбить эту долбанную бороду, но как-то не получается. Блин, ладно, давайте на этом серию будем заканчивать. В следующей серии опять буду пытаться из них вытащить, ну, потому что иначе все прохождение закончится. Правда, блин, и так нужно дальше от них держаться, от всех. Хотя он топливо валяется. А бороду я нигде не вижу. То есть столько зайцев перемочили, никакой бороды. О, давайте попробуем, в надежде, может камушек опять красный упадет. У меня топливо есть, золото. Золото, по-моему, спер у меня крот. Но можно выкопать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Он видел камень красный, пролетал только куда он провалился, наверное. Кстати, да. Я же вот сейчас соберу и крота выкопаем, блин. Он у меня там спер вроде. И может быть у него там в норке что-то будет. Типа рубинчика. Так, где тут? Может будет рубин все-таки. Кстати, вот это все тоже нужно собирать. Возможно, с помощью пороха будем кого-нибудь убивать. Так, делаем лопату. Я как раз потихонечку с ума схожу, нормально. Вот этот крот у меня спер. Да, камни все спер у меня. Все, что мог. Темный кролик, а тебя можно убить? Хотя с него с очень маленьким шансом, если что-то и выпадет. Короче, тоже не то. Так. Давайте посадим. Все. Блин, не знаю, как я буду тут выживать. Все, продолжим в следующей серии. Кому понравилось, пальчики вверх поставьте. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Делитесь видосом, это поможет развить канал. Увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.